Сегодня в меню – розочки из бисквитного теста. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Яйца – 4 штуки. Мука – 1 стакан. Сахар – 1 стакан. Соломка – 5-6 штук. Ванилин – 1 щепотка. Тесто замешивается легко и быстро. Здесь не надо долго взбивать яйца, как для пышного бисквита. Быстро взбили тесто, быстро выпекли, быстро слепили красоту. Лепить розочки лучше всего в хлопчатобумажных перчатках или в тонких медицинских, чтобы не обжечь руки. Теста хватит на целый букет из 5-6 розочек. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Разогрейте духовку до 180 градусов. Взбейте яйца с сахаром и ванилином до растворения сахара. Добавьте муку, перемешайте все до однородности. Выкладывайте тесто на противень с пергаментом в виде тонкого блинчика с помощью десертной ложки и на небольшом расстоянии. Выпекайте в разогретой духовке до легкого румянца в течение 3-5 минут. Наденьте перчатки, чтобы не обжечь руки. Снимайте блинчик с пергамента, прилепите его на соломку в виде лепестка. Итак, 5-6 лепестков на одну розочку. Работайте быстро, ведь если блинчик остынет, то нельзя будет из него слепить лепесток. Готовую розочку поставьте в стакан, чтобы остудить. Продолжайте выпекать следующие лепестки для остальных цветков. Красивые и вкусные розочки украсят ваш праздничный стол. Готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!